Итак, здравствуйте, друзья! С вами Дед Мазай, и сегодня мы будем с вами делать кратенький обзор чемоданов для туристических поездок. Напоминаю, что это именно чемодан для туристических поездок, не для командировок, не для пикников, не для переездов куда-то, а именно для туристических поездок. Раньше у меня был вот такой вот чемодан, здоровый, я бы так сказал, немножко бестолковый, но вместительный. Это чемодан примерно, значит, на 60 литров. И какая у меня с ним была проблема? Проблема была следующая, что в него вмещалось очень большое количество вещей и мог быть запросто перевес. То есть, по всем международным правилам, чемодан должен весить не больше 32 килограмм. Соответственно, если на двоих вы везете вот такой чемодан на два человека, то не более 32 килограмм. Но сам чемодан, где-то килограмм 5 точно, весит сам чемодан. То есть из 30 положенных 5 весит чемодан. Это непозволительная роскошь, поскольку на многих авиакомпаниях вес багажа на одного человека не должен превышать 20 килограмм. Соответственно, тащить его было неудобно. Единственный плюс, который у него был, это вот такие вот колеса. Два колеса. То есть тащить его было, в принципе, удобно по асфальту, например. Ну и по аэропорту, но тащить его нужно в наклоненном состоянии, да, понимаете? То есть из 30 килограмм, ну, грубо говоря, 10 вы тащите за ручку. Телескопическая. Телескопическая ручка, вот она выдвигается. То есть вы тащите его на себе. 10 килограмм тащите на себе. Ну, соответственно, если вы поднимаете его куда-то на ступеньку, на лестницу, это очень неудобно. Поэтому от этих чемоданов я решил отказаться. И приобрел себе вот такие вот два чемоданчика. Вот. Значит, сразу рассказываю, почему именно такого цвета, почему не черные или синие, как у всех, а именно такого цвета. Во-первых, эти чемоданы хороши тем, что цвет выделяет их из общей массы багажа, который едет на товарной ленте. Скажем так, все чемоданы поголовно, 85% чемоданов, они темного цвета, либо черные, либо темно-синие. Наши чемоданы будут видны на товарной ленте издалека. Во-вторых, у этих чемоданов, вот, например, да, мы видим 4 колесика. 4 колесика, а это значит, что когда вы его везете, он вес распределяется на колесики. И вы его только легко подталкиваете за собой, либо впереди себя, либо сбоку. Вес распределяется на колесики. Вам не нужно вес тащить за ручку. Чем еще мне как бы понравилось, вернее как, отличие этих чемоданов. Вот этот чемодан дешевый. Это дешевый чемодан из АБС пластика. АБС пластик, конечно же, не годится для районов Дальнего Севера, где минус 30 это нормальная зимняя температура. При ударе АБС пластик на морозе трескается, но для поездки в жаркие страны эта вещь незаменимая. Вот этот чемодан неизвестной фирмы весит 3300, вот этот вот чемодан фирмы Samsonite весит 2 килограмма. Соответственно, в чем как бы еще разница, кроме цены? Вот этот и вот этот чемодан, у них разница в цене примерно на порядок больше. Вот это дешевый чемодан, куплен в Таиланде за 1400 бат. Вот этот Samsonite, не буду говорить, за сколько куплен, но примерно в 10 раз больше его цена. Но фирма известная. При кажущейся небольшом таком объеме туда можно набить очень много вещей. Разница, значит, в чем еще? Что Samsonite на молнии, этот чемодан сделан как чемодан. То есть два замка у него на застежках и один кодовый замок.
у этого чемодана всего лишь один кодовый замок фиксированный. То есть операция с открытием и закрытием молнии с помощью шариковой ручки на нем не удастся, поскольку молния, ну, бегунки на нем не двигают. Дальше, что еще хочу сказать. В разных авиакомпаниях по-разному, но, например, в том же Аэрофлоте, например, четко написано, что вес не более 20 килограмм, ну, где-то 22, по-моему, на человека. И чемодан на одного человека должен весить 20 килограмм. Неважно, едете вы вдвоем, значит, будьте любезны, два чемодана. Соответственно, арифметика простая. В большом чемодане, даже если у вас по весу проходит как бы 40 килограмм на двоих, то не более 32 килограмм вы можете туда запихать. И получается, что сам чемодан весит килограмм 5, а то может и больше весить. Это непозволительная роскошь. В этот чемодан можно запихать те же 20 килограмм, из них вес самого чемодана 3 килограмма, вес такого чемодана 2 килограмма. 2 килограмма упаковки из 20 возможных – это вполне нормальная цифра. Плюс было проверено, что если вот в этот чемодан запихать полностью, его полностью забить хлопчатобумажными вещами, штаны, майки, вес его не превышал 15 килограмм. То есть понимаете, да, что если вы забили, то вы будете уверены, что больше 20 килограмм он весить не будет. Также и этот чемодан полностью забитый, тоже где-то килограмм 15. То есть даже если вы везете какую-то стеклянную тару, какие-нибудь бутылки или еще что-то купите, какие-нибудь, можно быть строго уверенным, что вес их не превысит положенных 20 килограмм. Вот, теперь давайте попробуем открыть. Вот открытый чемодан Samsonite. Одно отделение на молнии, вот, которое можно как бы открыть и оставить. И второе отделение тоже на молнии. И плюс еще имеется прозрачный кармашек. То есть, в принципе, можно вещи разделить на две части, набить его и закрыть. В принципе, второй чемодан имеет примерно такую же конструкцию внутри. Соответственно, вещи не помнутся и будут как бы разделены на два отсека. Ну, вот, собственно говоря, весь обзор, который я хотел вам сегодня показать. Подписывайтесь на канал, будет много всего интересного. С вами был Дед Мазай. Пока-пока, увидимся.